Арктика, Сылмыдем, Челядьте, Мамьяслы, Отсек, да спорткомплекс Джонталам. Регион Савечка Длышлен. Кулем вежун шауджин паседья, своджим унош репортажен. Полярный кыч сая волыс федеральное правительство лун делегация. Илы асыв федеральный кычын президента стырвы петкадлыш Юрий Трутнев. Илы асыв да Арктика сывмыдан министр Алексей Чекунков волысны промышленный объект ясы. Чернитесны республикаса юралышкад инвестиция проект яс с бульмадам. Социальный юкан да экономика сывмыдам юлыш. Я исхожу из того, что есть направления, по которым республика может развиваться. Это и лес, и полезные ископаемые, и туризм, и многие другие. Так вот, мы хотели бы, чтобы была подготовлена программа, в которой каждое из этих направлений не просто там вот расписано, куда движемся конкретно, какие месторождения, сколько человек, какие объекты, сколько надо денег, да. Полный анализ со всеми источниками развития. Поэтому, очевидно, мы объединим усилия. Я попросил Министерство по развитию Дальнего Востока, Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, естественно, руководство республики. Мы исходим из того, что такую вот программу развития республики можно подготовить за месяц, рассмотреть ее в правительстве, посмотреть, что должно сделать правительство для того, чтобы это стало пылью. Ну вот ровно так и будем поступать. Владимир Уйба Атялыс, Юрий Трутневыс да Алексей Чекунковыс отсыгыш, коми Арктика зона анпасеманин комын кык резидентыс, кыджикаштыштыс Юрий Трутнев, Россияса Арктика лоис мирын меча ыджыт торья экономической зонаан, бизнес лышетысны ыджыт кокнюдьяс. За три года все-таки уже арктические субсидии в республике получили 1 100 000 000. И это очень существенная помощь по тем направлениям, которые вообще не сдвигались. Например, мы полностью оснастили и обновили парк техники, в том числе снегоуборочный, на наших арктических территориях и здесь, на Воркуте в том числе. Это очень большой прорыв, плюс мы практически оснастили тяжелым оборудованием, медицинским, в том числе здесь, в Воркуте, например, там КТ и МРТ, что тоже, в общем, было камнем преткновения, и мы вынуждены были, когда необходимость диагностики, направлять жителей в Сыктывкар. Ну, то есть, в общем, не очень была хорошая история. То есть арктическая субсидия работает, существенно. Я говорю, сумма очень огромная, за что огромное спасибо Юрию Петровичу, потому что это именно его подача. Подъемуна Арктикаса опорный кар яслыш мастер-план яс лыши дануч, таялыш вишталыс аслашы чимын президент. Мастер-план тая экономический документ, кыдживежны карлыш экономика, сывмыдны выль отраслияс, лышыдны ужалан местаяс. Мастер-планын петкадлыма и юзлыш оласнок бурмыдым. Основной фокус 2024 года – это до 1 июля утвердить мастер-планы опорных городов Арктики. Воркута входит в число этих опорных городов. И до 1 ноября уже правительством принять долгосрочные планы развития. Поэтому очень важно, что в рамках этой поездки мы вместе с Юрием Петровичем, с Владимиром Викторовичем обсудили основные направления развития Воркуты. Наша подведомственная организация «Восток-Госплан» непосредственно является исполнителем, готовит мастер-планы. План развития Воркуты. Юралышлан Чыктымын республикаса клинической перинатальной шаринын вульмадыны репродуктивной технология яс. Чуштым лунан нёрпалыш гозьялы лоасныш-та унжик пожан лундоны шуда бать мамын. Данная дверь позволяет герметично фактически закрыть стерильную часть операционной и позволяет бесконтактно зайти в саму операционную. То есть доктор руками, намытыми, хирургическим способом, стерильными, может открыть данную дверь, зайти в операционную, не касаясь стерильной стороны рук. Пиковом щемья яслы колянво соттысны экстракорпоральной оплодотворение лыца щурс джуньёч, выль оборудование соттас эко процедура лыч пожан лун яс. Более высокотехнологичное оборудование. Нышта небам технологической оборудование, лоас эчажик нелючки, ми уджалам тавылын. Воджин лаборатория да криохранилище выльмадам, капитальная джонь талам выла республикаса бюджеты швичмадысны дас 1 000 000 шайт.
Мы всегда очень рады, когда нас замечают, когда нам помогают. Ми радощ, мы миянлы отсалены, считаны выль технология яс, вичищам выль аппарат, микроскоп яс, тая йонас точмадас эмбриологлыш учса. Бырьяку им во нас экооцыган комиен чужис, щижим щокага, став пустюжам кагащис, нёль процентыс. Челимдин районын капитальная джонталамбырын вощес спорткомплекс, а нышта челимдинын лои выль культура площадка, челимдинса спорткомплекс район со спортивной оламлан подуб, таны тренировка ясула гижедыма быть час, зелены ставын школьник яс и олыма яс, ноданы ордищем яс, но восайын натаны валы кыджуд да уль сынад. Обновление вынашивали очень давно. Важен кысювлым выльмадных объект строительный шурс ыкмысшо, ыкмыс да сижима двоун, тая воя сантанелой скоджид и челядь вишмывлысны, джунталан объект даштывлым важеннин и таво артмисвычны. Район савишкадлышьяс шы чесны юралыш дора, республика со социальной уджьорд, ыжит компания, торьедис спорткомплекс выломата, как ямыздас миллион шайт, капитальная выльмадысны подуб, вевца, пычкас конструкция яс. Когда мы пришли с инспекцией в ремонтируемое здание, Кор Владимир Викторович, кад волым виджедлыны, се юалыс, мый нышта кола, мешуи спортивный инвентарь, миянлы торьялисны, как ямыс миллион шайт. А тая, ёскосца творчество да национальной культуры асшерин, грантовый конкурс отсыган, джонталысны ваш тыртам жирса. На горочные мероприятия сюда заходил. Горка выла волыс Владимир Уйба, виджедлыс кыджи уджусмуна, юалыс мы колы. Ми вишталым асланым кысьем ясилыш, миянлы торьядысны, куим миллион шайт. Оборудование небесны республикаса субсидия выла. Они район сакотыр яслан эм лошит пожанлун, портнолыма ащенус культурный проект яс. Елена Хозяинова, Ольга Коняева, Юрган, телеканал.